походу, с какого-то аниме. Сейчас посмотрим. Которая получается необычная фигурка. Что из необычного? Так, такая коса. Как это, видимо, дека. Здесь интересно, какие-то узорчики. Так, подиум. Такая вот интересная голова. Какие-то символы здесь. Как будто гипноз. Сзади вот такая вот японская, как повязка, да? Идет. Дальше. Почему-то здесь только три. А, ну понятно, почему три руки. Вот такое тело. Здесь один красный глаз, один такой фиолетовый. Не особо прорисованы, но только вот ноги. В принципе, здесь из расчета того, что руки будут крепиться вот к такому вот телу. Здесь какой-то рисунок, видимо, японский. И сзади вот такой. Угу. И рукава вот эти прикольные. Расширенные такие. Угу. Есть. Здесь достаточно туго так заходит. Я почему-то думаю, что это так же должно быть, да? Инстинктивно как-то вот так получилось. Голову можно, наверное, снять. А, даже вот так. Можно, например, какую-нибудь другую фигурку переделать и тоже поменять либо голову, либо лицо. Но это какой-то такой вот, будто мистический товарищ. Либо остается такой вот головой. Ну, как бы здесь просто будет пимпочка торчать. Она так будет более необычно.